Ведущая и певица призналась, что в последнее время предпочитает яркие и темные оттенки помады. Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова частенько просит совета у своих подписчиков в социальной сети Instagram относительно своего наряда, поведения в той или иной ситуации или, например, макияжа. В своей очередной публикации Ольга признается, что в последнее время она все чаще отдает предпочтение ярким и темным тонам губной помады, подкрепляя свои слова снимком, на котором ведущая изображена в костюме змеиной расцветки, а на губах – фиолетовая помада. Фиолетовые губы, да нет, интересуется певица, сопроводив пост хэштегом «решетка я сама как не своя». Больше по теме Ольга Бузова отправилась на гастроли с простудой певицы, и актриса усердно лечится, чтобы не отменять выступления. И редкий случай, фанаты проявили некоторое единодушие в оценках. Большинство подписчиков сошлось во мнении, что любой тон помады хорош, если он сочетается с образом и макияжем. Но высказывались и критические замечания. Ну, е-мое, ну надо же понимать, что никак это красиво быть не может. Ну взрослая же. Красиво, когда естественные тона, а это, деревня глухая, возмущается одна из подписчиц. Другая же обратила внимание на наряд ведущей, меня одну бесят вот эти змеиные костюмы. Или я что-то в моде не понимаю.